Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире вечерняя информационно-развлекательная программа «Будь здоров, Днепр!» Или можно попросту «Здоров тебе, Днепр!» Я, конечно же, очень рада новой встрече с вами, и меня безумно радуют ваши широкие искренние улыбки. Но, между прочим, могли бы меня сегодня и не узнать, потому что я вовсе не Ольга Владимирова. Сегодня я Снегурочка. Ну, конечно, вы спросите, где же ваш Дед Мороз, уважаемая Снегурочка? Ну и на этот каверзный вопрос телезрителей у меня есть ответ. Поскольку мы все-таки медицинская программа и всегда говорим только о здоровье и вечной молодости, то просто-напросто еще не состарился тот Дед Мороз, который мог бы занять достойное место рядом со мной. Это что еще такое? Что за посторонние в кадре? Я не посторонняя, я Новый год. Какой по счету? 1998. Но тебе же еще рано. Боже мой, как эта молодежь всегда и жить торопится, и чувствовать спешит. Выйди, мальчик, из кадра. Я не мальчик, я девочка. Тем более, выйди. Что это еще за новости такие? Ведь действительно, в эфире медицинские новости. Добрый вечер. В эфире медицинские новости телекомпании «Приват ТВ Днепр. Пульс дня». Для начала сверим наши пульсы. 5 секунд программы «Пульс нормальный». Если по окончании выпуска новостей он участится у вас в пределах нормы, это будет означать, что вы получили положительный эмоциональный заряд. Что век грядущий нам готовит? Этим классическим вопросом задались недавно западные прогнозисты. Их компьютер выдал им информацию о том, что ожидает нас в ближайшие 50 лет. Итак, в 1999 году будет создана первая, внимание, противозачаточная таблетка для мужчин. 2000 год ознаменуется прорывом генной терапии в борьбе с онкологическими заболеваниями. В 2002 году найдут прививки против СПИДа, а в 2006 откроют эффективнейшие средства против облысения. В 2010 году начнет работать уникальный робот-хирург величиной всего с таблетку. Больной глотает его, и с помощью пульта управления начинается хирургическое вмешательство. В 2025 году в продаже появятся наручные часы, показывающие не только очень точное время, но и самое точное состояние здоровья их хозяина. В 2029 году научатся восстанавливать пораженные человеческие клетки. В 2043 впервые будет оживлен умерший, а в 2044 впервые создадут робота, способного размножаться. В новом 1998